На станции Павшина раздача праздничных наборов. А в каждом защитная маска, ленточка в цветах триколора и открытка с Днем России. Ровно 30 лет назад была подписана декларация о государственном суверенитете страны. Это повод поздравить жителей округа, уверены в партии, с символичным названием «Единая Россия». Нам помогают молодогвардейцы, активисты, волонтеры Победы, члены штаба волонтеров, наши сторонники и партийцы. И вот сегодня таким составом мы раздаем. Такие же наборы дарили на двух других крупных пересадочных узлах в городском округе у станций Красногорская и Опалиха. Тем, кому достались презенты, отметили важность лицевой маски. Даже в праздник она непременный атрибут в любом общественном месте. Чтобы заботились о других и о здоровье своем. С выходом на работу езжу чаще, да. Каждый день почти в рабочие дни. В магазинах, в общественных местах, да, приходится носить. В общей сложности 12 тысяч таких наборов приготовили в местном отделении партии. И каждый найдет своего адресата.